Всем привет! Сегодня вот такая у меня маленькая посылочка. Пришла она из Китая, с Алиэкспресс, за 39 дней. Достаточно много. Сейчас многие, кто пишут, что посылки начали потихонечку задерживаться. Кто-то раньше за 20 дней получал, сейчас за 40. Ну, у меня пока как-то среднее непонятно. Так, я купил вот такую вот лампу. Сейчас, в принципе, посмотрите, какую. Я очень много сижу, работаю на кухне за компьютером. Комната занята сыном, вечером не посидишь, а вечером на кухне ставлю ноутбук и, как говорится, музыку в наушники и пошел смотреть видео. Так, это у нас кабель такой мини-USB для подзарядки, и вот больше ничего нет. Для подзарядки и, в принципе, для работы лампы. Так, тут у нас нотация на английском и китайском языке. В принципе, кто-то может почитать, если интересно. И вот такая вот лампа. Лампа у нас непростая. Она имеет возможность заряжаться от солнечной энергии. Тут пленочка. В принципе, можно... Включать. Сейчас включим сына. Но уже вот с косяком. Блин, вот когда мне освещение придет нормально. Вот здесь, видите, царапина. Прям достаточно так. Это не царапина, блин. Нет, хотел нагнать на продавца, но это не царапина. Это силиконовая, не знаю, что такое, уплотнитель или клей, или что-то типа того подобного. Короче, вот такой вот светильник, подсветка. То есть у меня раньше была другая подсветка, кто, может быть, видел, сейчас не найду, которая подцепляется к USB порту и клавиатуру подсвечивает. Но вот этот разъем, который цеплялся к USB, он болтался, и получалось так, что уже была возможность сломать USB порт на ноутбуке. Чего, конечно, не хотелось, а хотелось бы вот так вот. А так как я все время пользуюсь лампами на подоконнике, то, в принципе, днем эта лампа может заряжаться. Не помню, какая у нее емкость. Тут, в принципе, можно, конечно, разобрать, но я не буду этого делать. Хотя, может быть, попозже и сделаю. Это кнопочка. Да, кнопочка болтается. И вот, днем она будет заряжаться, а вечером я буду ее включать, и как бы ноутбук, клавиатура будет... у нас освещаться. Вот здесь 4 светодиода, достаточно должно быть ярко. Ну, можно попробовать включить. Да, вот он так вот освещает. Давайте-ка выключим здесь. И вот так вот. Вот так вот она светит. В принципе, ноутбук можно спокойно поставить и спокойно работать вечером с ноутбуком, и будет достаточно светло. Будет подсвечиваться клавиатура, что, в принципе, нужно. И от самого уже ноутбука, от экрана будет уже само освещение еще больше. Так что вот такая вот лампа. Интересно, кому надо работать вечером. И никто не хочет включать большой свет, то вот такое решение, в принципе, достаточно неплохое. Светодиодные лампочки, они горят достаточно долго. Хоть не сильно прям ярко, как хотелось бы, но тем не менее достаточно долго от аккумулятора. Ну а если у вас аккумулятор не зарядился, вы всегда можете подключить через USB порт вот это уже разъем, который не будет раздалбливать ваш разъем порта ноутбуки, и, в принципе, все будет замечательно. Я, в принципе, советую всем, кто работает вечером и кто хочет не портить свое зрение. С вами был Сергей. Подписывайтесь на мое видео, ставьте палец вверх. Пока!